Многие россияне, особенно в крупных городах, пользуются съемным жильем. Страховая компания «Росгосстрах» провела опрос среди 1211 граждан России и выяснила, что 56% из них отметили ощутимое увеличение цен на арендное жилье за последний год. 34% опрошенных отметили, что арендная плата за последний год поднялась на 10-15%. Еще 32% отмечают рост на 20-25%. А 16% респондентов уверяют, что рост арендной платы превысил аж 40%. Более половины респондентов, а именно 58%, сейчас платят за съемное жилье от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Найти жилье с арендной платой ниже 20 тысяч смогли лишь 11% опрошенных арендаторов. Многие признались, что стоимость аренды для них слишком высока, но других вариантов с жильем у них нет.